Их начинают обучать с трехмесячного возраста до трех месяцев. Они проходят очень серьезный отбор. Им заводят их в разные условия, чтобы собаки не боялись шума, не боялись людей, не боялись кошек, никого, чтобы не боялись, но при этом были очень ласковые и контактные животные. После этого воспитатель щенков передает уже самому куратору. Куратор занимается около года собакой и примерно от 9 месяцев до полутора год передает его хозяин. Теперь Макар. Макар левой рукой.